Оп, прямая трансляция из Госдумы. Оправдан. Так, ладно. Ну все, тут прямая трансляция из Госдумы, сюда, отовсюду. А, это на камере грязь. Я думала, я что-то испачкалась. Так, девчонки, мальчишки, сегодня мы с вами, как всегда, говорим на разные высокоинтеллектуальные темы. Поехали. Женечка, какие советы ты дашь парам, которые планируют жить вместе? Отдельное спасибо тем, кто проставляет тайм-коды. Вам отдельное место в раю, дай бог здоровья. На вас отдельно свечи прожигаются в полнолуние, новолуние и по нарастающей луне. Собственно, так. Ну и в особенности тем, кто мне делает просмотры. Вы вообще в приорите пас сразу. VIP-клиенты. Так, какие советы дашь парам, которые планируют жить вместе? Ну, во-первых, жить вместе нужно начинать все-таки в браке, я считаю. Знаете почему? Потому что вы начинаете, если вы живете вместе раньше отношений, я тоже была приверженцем вот этой вот тематики, действительно, вы начинаете готовить там человеку, стирать, убираться дома, ну, то есть, выполняете обязанности, по сути, как жены, то есть, если вы хотите выйти замуж, для вас важен штамп, но для меня, например, это важно, это показатель какой-то надежности, лично для меня. Это мне нужно, это мне важно, и как бы, да, детей рожать тогда можно со спокойной душой, если что, потом дележка будет, а, тем более будущий адвокат, все достанется мне, вот, именно поэтому обязательно брачный договор будет, брачный контракт, да, чтобы я просто так время не терялась с человеком, то есть я хочу, если жить, я хочу не парень называть своего молодого человека, а мужем, поэтому для меня это важно. Так вот, лучше съезжаться, когда вы в браке, до этого вы можете пожить друг у друга там какое-то время, да, там на недельку приехать, на две недельки, поприезжать друг к другу, но жить вместе, просто еще раз говорю, это все-таки обязанности появляются, вот эти вот семейная жизнь такая сразу начинается, она же не очень приятная, бытовуха. Я хоть раньше говорила, что ну там можно посмотреть на человека в быту, но просто это да, но просто если, ну вот приехать можно на недельку глянуть, ну хотя это будет не то, надо прям пожить с человеком, чтобы вот осознать, да, житие с этим персонажем. Но я все-таки искренне вам советую лучше в браке это все делать. В браке. Вот. Но если для вас там в паспорте не важен, можете хоть на третьем свидании предложить жить вместе. Вообще без разницы. Так, девушка должна дарить подарки парню. Конечно. Дни рождения, праздники. А почему нет? Понятное дело, что мужчина... Ну, смотря про какие мы говорим взаимоотношения. Лично для меня мужчина должен главенствующую позицию занимать, да, потому что, ну, я плохо жить и сама могу, да, и сама себя обеспечивать я и сама могу без мужчины. То есть мужчина это будет нечто высокое, нечто такое для меня, как моя защита, вот, да. Не потому что не было папы. Папа был. Вот, но как гарант какой-то, спокойствие, гарант, что есть стабильный интимный фон у меня, да, есть мужчина, которому я могу позвонить и чем-то спросить, и мне не нужно там, как с ухажером там что-то ломаться, придумывать, и они не обязаны мне помогать, то есть, в общем... Да, дарите подарки. Вот. Своим мужчинам. Что-то я куда-то в другую сторону постоянно уезжаю, когда начинаю на такие моменты разговаривать. Женечка, что для тебя стильно одеваться? Как тебе нравится, солнышко, господи. Как у тебя душа сегодня лежит. Хочешь себя в красном, иди, хочешь в разноцветном. По сердечку. Как поза на фотке будет максимально выигрышно смотреться? Какая, да? Зай, ну тут надо смотреть по ракурсу, как тебе удобнее будет встать, чтобы мимику как-то свою менять. Знаете, мне кажется, чтобы вот устраивать какие-то фотосессии, да, чтобы хорошо получаться на фотках, у вас должно быть хорошее настроение. Потому что не все фотки будут удачными, тем более мы женщины, мы докапываемся. Тут не так, это не так. Я вот
своим бывшим молодым людям показывала фотки, они говорят, на всех идеально, что тебе не нравится, а я там, знаете, из тысячи выберу две. Они говорят, что, что ты делаешь, скинь мне эти, они мне так понравились, мама с бабушкой также говорят. Ай, ну, мне не нравится. Овен парень, козерог девушка, хорошее сочетание. Ну, слушайте, для меня уже удивительно, что вы встретились. Вот, это сочетание просто бомбическое, нереальное, я бы так сказала. Понимаете, нужно смотреть натальную карту, а не так просто по знакам зодиака пробегаться, да? Спросить дату рождения, место рождения, время, забить в наталку и смотреть, где у вас планеты сходятся, потому что, например, я встречаю водолеев супер отвратительных мужчин, с которыми мне не то, что неприятно общаться, вообще ничего общего иметь не хочется. Вообще, это самые ужасные люди были в моей жизни, которые мне неприятно были скорпионы, в том числе мужчины. Но дело в том, что вот Гасан Водолей, да, прекрасный человек, замечательный, мы идеально понимаем друг друга. Почему? Потому что у него асцендент в Козероге, в моем знаке, то есть поведение у него как у меня, а у меня в Близнецах асцендент. Вот. И у меня Венера в Водолее, у него Венера в Козероге, к тому же. Поэтому мы, ну, похожи. Мы дополняем друг друга в многих моментах и похожи действительно. Вот, потому что этот человек, мне с первого взгляда все было ясно. Он меня сразу понял. И у нас и ссор нет, потому что человек знает, какой я персонаж. Я знаю, какой он персонаж. То есть вот надо по натальной карте смотреть. Хотя мы, по сути, ну, такое себе сочетание. Вот. То есть нужно натальную карту открывать, а не просто так Овен, парень, Козерог, девушка. Я могу так, конечно, сказать, что не очень хорошее сочетание на самом деле. Не очень. Все-таки огонь и земля, ну такое. Плохо смотрятся. Огненным хорошо с воздушными. Земные ограничивают их. И это не так, как вам там это, знаете, говорят, ограничивают, вы будете думать, вот я земной, вот все мне говорят, что я там кого-то ограничиваю. Здесь ограничения в том плане, вот что для тебя рациональным является. Например, мне важно знать там статус отношений, да, куда мы идем, важно знать, к чему мы стремимся с человеком, придем ли мы к чему-то. А тот же Водолей или Овен, они вообще, они скажут, да нам по кайфу вместе, что ты вот напрягаешься, что ты паришься, а тебе это будет звучать как оскорбление. А он тебя вообще никак не хотел оскорблять и говорить, и ты там уже себе все придумал, что у вас отношения легкомысленные, понимаешь? И нам важны поступки, они вот на словах очень такие прям красиво стелят, ух, как красиво, до невозможности. Вот, и поэтому нужно смотреть вот по натальным картам все, где какие планетки. Можете не сочетаться, например, Водолей. Можно принять эти качества какие-то, да, если у вас там все-таки будут разногласия в натальной карте, там плохая совместимость, можно принять. Можно постараться принять, пересмотреть свой образ жизни. Но это не поменять качество, а просто образ жизни пересмотреть, стать такой же легкой, а он, например, будет более рациональным, как ты. Поменяться там ролями, да, как-то, что-то вот сделать, там, придумать. Вот, но я вам говорю, что, например, Гасан, он очень, мы можем, он иногда очень пунктуальный, а иногда ужасно непунктуальный. То есть мы можем договориться о встрече, он вообще может ее забыть. И я не обижаюсь, потому что я знаю этого человека, я принимаю такие его качества, хотя я люблю четко, ясно и понятно. То есть со своим ухажером я бы такого не позволила, я бы это не простила. Вот, поэтому, но зная Гасана, что он это сделал не специально, что он действительно такой человек, я ему это, ну, спускаю. То есть, и вот, понимаешь, дойти до вот этого надо еще состояние отношений, когда вы поняли друг друга, чтобы на что-то не обижаться, до этого тоже надо дотопать. Понимаешь? Поэтому я могу рассказать даже про все совместимости в целом, да, но это будет не супер объективно. Понятно, и вызовет резонанс. У кого-то у козерогов очень прекрасные мужья рыбы.
У меня вот по историям моей личной истории, по истории моих знакомых, отцы рыбы всегда уходят из семьи. Вот, и там они не общаются с детьми, и по минимуму, и только для себя живут, все делают для себя. Вот, то есть я бы в качестве отца никогда бы не выбрала там своему ребенку рыбу. Хотя если я влюблюсь, то я буду смотреть обязательно, мы пойдем к астрологу за ручку. Так, боюсь, если брошу парня, больше никого не будет. Что делать-то лучше? Я, вы знаете, прямолинейный человек, я сразу скажу, что у тебя занижена самооценка, потому что ты считаешь, что, ну, ты недостойна, типа, другого, лучшего, да, что... Либо здесь проблема в том, что парень так тебе, там, внушил, да, сказал, что вот, ты никого лучше не найдешь, или просто тебе не с чем сравнить, да, что лучше, что хуже, второй вариант, да. Третий вариант, ну, заниженная супер самооценка, когда ты действительно... Ну, либо ты, вот второй вариант, это если ты еще молода, тебе это спускают, ну, прям супер маленькое, там, первое отношение, и ты думаешь, что все, типа, на этом человеке свет клином сошелся, понимаете? Ну, в мире очень много мужчин, ты очень многим нравишься и так далее. Ну, если хотите поднять самооценку, зайдите в Тиндер. Из одного того, что вас просто даже лайкают, уже показывает, что вы нравитесь. Ох, сколько у вас будет лайков, девочки, мальчики. Наберется, нормальное количество наберется. Человек 300 наберется. Вот, ну вот уже 300, 300, 300 людям вы нравитесь. И как бы я к чему это говорю? К тому, что, ну, это глупо полагать, что все, типа один человек и все. Понимаешь, это очень здорово. У меня есть очень, кстати, тоже много историй, когда люди в детстве начали встречаться, там, поженились. Но ты увидишь, задумываешься об уходе, то есть тебе что-то не нравится. Но ты вот, скорее всего, самооценка все-таки, я думаю. Ну, свою выращивать женскую энергию. Как ее выращивать, эту женскую энергию? Нужно делать себе приятные подарки, совершенствовать свою внешность, что не нравится, менять. Ходить на свидания, общаться с мужчинами. Будут разные, будут очень плохие. Будут, ну, неплохие. Будут хорошие, будут очень хорошие. Вот. Будет когда-то что-то казаться, что там ты ему нравишься, а по факту он там хочет с тобой просто переспать. Вот. Но просто вот пробовать, пробовать, еще раз пробовать. То есть ты боишься, скорее всего, вот каких-то, может, еще третий, да, на вариант, или какой там четвертый я могу накинуть. Боишься новых начинаний. Но... В принципе, все, что я сейчас перечислила, войдет в некую совокупность, что тебя пугает. Вот. Просто выпиши плюсы и минусы своего молодого человека и посмотри, что больше. И с чем из минусов ты готова мириться? Какие плюсы это перекрывает? То есть тебе нужно рационализировать тогда. Почему с ним остаться? Очень давят очки на виски, прям я чувствую это. Почему парню лень ехать ко мне в другой город? Я ответила, кстати, на этом в Инстаграме, ну, потому что есть девочки, которые поближе, чем ты, то есть, скорее всего, и, ну, не так сильно ты ему нравишься. Но, опять же, да, если мы говорим за начало отношений, то никто особо не стремится, если люди еще ни разу, тем более, не виделись, там, ну, это интернет-общение, как интернет-друг, как даже если ты ему видосики будешь отправлять, фотки свои, он там на них пофапает, и все, и забудет. Вот, а если мы, собственно, будем, ну, одно дело там отношения, и он не едет, это уже другое, как бы, да, что там реально кто-то другой. А тут, может, реально есть кто-то просто поближе, и как бы, ну, если вы не виделись ни разу, не там общаетесь только в интернете, в принципе, это нормальная реакция, что человек, ну, не хочет напрягаться. То есть ему проще там доехать до ближайшего рестика с девочкой, которая поближе встретится. Это нормально, там я же не полечу, у меня очень много иностранцев, дядек, я же не полечу к ним куда-то там, да, Кукуева на другой конец света, потому что, ну, мы познакомились в интернете, ну и все. Хочет, пусть едет, как бы, ну, я не поеду. Ну и в принципе, ладно, я еще такой человек, блядь, что я, короче, я считаю, мужчина должен стремиться, ибо, блядь, без него я сам, ну, заебись, у меня и так все, у меня вибратор, у меня все замечательно в этом плане. То есть, если мужчина хочет войти в мою жизнь, он должен мне показать, почему я должна хотеть быть с ним. Если он мне покажет все эти приорити, пасы, то я с удовольствием войду в его жизнь, и он получит такую огроменную дозу счастья и любви, которую он никогда в жизни не ощущал, столько заботы. Вот. Но, опять же, я хочу мужчину, мне мальчики, блядь, уже не интересуют, спасибо, я напробовалась. Ну, как-то так вот, я вроде нормально ответила. Так, расскажи про свои отношения с парнем девой или львом.
Ну, у меня со львом, вот, с бывшим были прекрасные отношения. Не с тем, с которым я переспала львом, а с другим, которого вы все знаете. Прекрасные отношения. Единственный минус — оказался мошенником. А так меня все в нем устраивало. Все было на самом деле замечательно, но это была вот игра. Да? То есть, возможно, мне с мужчинами-львами все плохо. Но вот последний, да, с кем я спала, мужчина-лев, он хороший человек, у меня все прекрасно тоже было с ним, и понимание, и шутки, и есть о чем поговорить, и активный, комплименты, и действия. То есть, ну, мне было приятно с ним проводить время. Да, они немножко такие скупые на подарки, но их надо вот, блядь, один раз натолкнешь, будут хуярить подарки. И просто почаще, блин, что-то цветочки завяли. И все, тю-тю-тю с ними, блядь, надо. Для меня мужчина любой прекрасный вариант. Как для меня. Я с ними вообще заебись договариваюсь. Потому что львам что надо, чтобы их по голове гладили, и не только по голове, еще и по головке. Прекрасный еблинг, чтобы его устраивала вы в постели, чтобы вкусно готовила. Это не так для них, так 50 на 50 идет, типа, ну, они могут заказать, это не проблема, но прикольно знать, что хотя бы пытается. Вот. Они, в принципе, кстати, склонны к созданию семьи, есть у них такая херня, и не склонны к изменам, вот правда. Если вы его вариант, то не будут склонны к этому. То есть вот какой бы он шлюхой не был, этот бывший мой, до отношений со мной, то есть он там изменял, гулял, много чего было интересного, но со мной человек просто понял, что, блядь, я ему не даю токсичность, когда у него там в отношениях его... Ну, он плохой человек, но я рассказываю за сами отношения, конструкцию, даже если это был визуал, как он протекал. И вот у меня пример с бывшим, да, который после мошенника, вот, третий как раз мужик, последний. Ну, типа, тоже было много чего, токсичность давали, нестабильные отношения, поэтому можно считать это изменой, можно нет. То есть там она и сама гуляла, и он гулял, то есть, ну, непонятно, как относиться к этому. Но не думайте, что если он бледун, блядь, да, он бросил там семью, детей, то есть вы должны разграничивать. Есть токсичные отношения, когда оба там, блядь, гуляют, и хуй пойми, какие у них вообще отношения. Вот это то, что было у моих львов. А со мной они просто поняли, что бывают здоровые отношения, бывают, и бывает стабильность. Поэтому и все было хорошо. А есть бледуны, которые целенаправленно любого знака зодиака так делают, просто гуляют, им нравится такой формат. То есть хуй знает, зачем они вступают в стабильные отношения, если хочется гулять. Ну иди гуляй, блядь, будь свободных. Нахуй ты мозг ебешь, что ты хочешь стабильности. Если я ее хочу, а ты мне ее дать не можешь. Все. Все просто максимально, блядь. Ну так вот... Поэтому, ну, с львом мне очень прекрасно, я комплиментов очень много, девочки львы, ну, мне не заходят, они действуют исключительно там по своим потребностям, что им нужно, мужики львы классные для меня, то есть, если, понимаете, они вас видят важность, все, вы эпицентр их вселенной, то есть там и друзья идут нахуй, я буду Женей, и, ну, в плане не то, что нахуй, а не будет такого, что, бля, ну, что ты к друзьям, ну, мне с тобой там неинтересно, они же такие прямолинейные, ну, то есть, я просто давала человеку все, что он хотел. И поэтому меня тоже любили в ответ. И я это делала не потому, что я хотела что-то получить, потому что я правда любила. Очень сильно любила. И мне кажется, вот то, что согревало эти отношения. Не, я была не тупой, нахуй, с бабочками в животе. Но я вела себя так, как я бы хотела, чтобы вели со мной. И я это получила. Хотя первую неделю отношений было ебать как тяжело, нахуй, что мы видимся каждый день, ебемся, блядь, с третьего или со второго там свидания, блядь. И, блядь, подарков нихуя, там цветы где. И меня это выбесило, пиздец. У меня клапан дернул. И все, человек сразу все понял, цветы начали появляться, блядь, даже раньше, чем они вяли. А по поводу дев, ну вот у меня был Лёша, ебанутый, ой, блядь, ебанутый. Они когда пьют, девы, это вообще крыша едет, дом стоит. Я бы не выбрала такого мужчину. Почему? Потому что это самые вообще отвязные такие ярые алкаши. Первое, что хочу сказать. Второе, что хочу заметить по девам, это то, что это люди, которые делают только, что они хотят, они не будут слышать ваше мнение, им оно безразлично, что женщинам, что мужчинам, то есть если вот он считает, что так надо сделать,
значит, он будет это, блядь, вот похуй, да, сука, он будет тебе говорить, что земля, блядь, овальная. Ты ему будешь говорить, она в форме эллипса, блядь. Ну, ладно, он будет говорить, что земля стоит на трех китах. А ты ему говоришь, она в форме эллипса, блядь, это доказано. Он говорит, мне похуй, я так считаю. То есть это вот непробивные люди, мне с ними сложно, мне тяжело. Да, они поначалу хорошо ухаживают, но потом они изменять любят, их брать только вот постарее, и с ними сложно, еще раз говорю, им очень сложно что-то доказать. Если у вас с ним будет конфликт, это будет самый ужасный конфликт в вашей жизни, и каждый этот конфликт, это будет пиздец. Потому что они говорят, не думают, обижают, могут руку поднимать. Это очень агрессивные такие ребята. Я не люблю дев за это. Типа, я не встречала адекватного деву ни разу, блядь. Ни разу. У меня был лучший друг дева, он, блядь, меня начал душить за то, что ему послышалось, что я что-то сказала. Я, блядь, вообще нахуй стояла с мужиком, блядь, разговаривала по поводу наших с ним взаимоотношений, фоткалась с подписчиками. Ну, бывший Ян, как раз друг. Ну, то есть это люди, вот, они припизнуты. Я это делаю вывод не по одному персонажу. Лёша. Ну, как можно? У меня была жесткая аллергия после того, как я ревела, ждала его еще, блядь. Ну, то есть им похуй на всех. Они живут вот в своем мире. То есть я считаю, что дев выбирают только садисты, блядь, мазохисты. Правда. Это самые вот отвязные садюги. Прям ужасные люди. Вот девы, потом рыбы идут у меня. Это пиздец. Даже девы и рыбы, наверное, на одном первом месте, блядь, стоят. Ну, это отвратительные ребята, правда. Это для меня лично. Да, они вам могут предложить брак, семью, там, и ухаживать. Они вообще первый год, блядь, прям идеальные люди. Пока вы с ними не поругаетесь. Пока у вас не будет что-то совместное с ними. Пока вот... Понимаю, там, блядь, там пиздец будет во всем, нахуй, в семейной жизни. Вот воспитание детей, блядь, у них есть вот этот деспотизм ебанутый. То есть, ну, ребят, хотите, пробуйте. Я вам говорю, может быть, это какие-то индивидуумы мне попадались, блядь. Человек 100, нахуй, за всю жизнь. Но они все ебнутые были. Я не советую дев. Правда, вот если родился мужик девы, блядь, ну, сочувствую, ебать. Ну, тебя прокляли, блядь, мать. Не хватает внимания от окружающих, хотя я яркая. Ну, блядь, тут тоже проблема с самооценкой. Вам должно, понимаете, вас не должно вообще волновать мнение окружающих, там, какое-то внимание кого-то. Вас должно волновать внимание близких людей. Что вы говорили о том, какая вы прекрасная, красивая, ваши парни, девушки, и вот ваше близ окружение, блядь. Вот, все. Это все, что вас должно волновать. Кто там что пукнул воздух, вам могут испиздеть, что вы охуенно выглядите, и как у вас красиво сделаны губы. На самом деле они у вас, блядь, перевернуты, и у вас уточнили мастера, чтобы, блядь, не делать в этом месте. Или ваши ресницы не делать, ногти. Или вот ты так охуенно поешь, потому что вы позорно поете, и вы позоритесь реально. Чтобы вы дальше обсирались. Поэтому не стоит верить абы кому и ждать, чтобы вот это признание общественное. Нужно доверять только близким людям. У вас должен быть близкий круг. У которых вы спросите, у меня жопа в целлюлите, блядь, в этом платье, видно ее, вам скажут, бля, пиздец, давай поменяем, пожалуйста. А другие скажут, блядь, охуенно сидит, ебаный рот. Вы вот почему-то не думаете о пиздобольстве. Я просто за честность, за правду, я по справедливости. У меня вообще аркан справедливости, нахуй, в Наталке. Поэтому, ну, блядь, так... Что вообще самое ценное в мужиках, по-твоему? Ну, когда, понимаете, я в ахуе, когда мужик вообще говорит за серьезные отношения с перспективой на брак. Это, блядь, я уже там в шоке сижу, потому что, ну, ебать, ну ты, блядь, джекпот, я, кажется, урвала. Ну, потому что я считаю, что, ну, это для меня адекватное мышление. Типа, я против гражданских браков и, блядь, свободных каких-то отношений. Мне это не нравится. Ну, блядь, я не хочу растрачивать себя на абы кого, знаете. Потому что у моих всех мужчин, даже с которыми я пробовала форматы свободных отношений, потом начинался ревность, если ты ему начинаешь говорить, ну, я влюбляюсь, я женщина, у меня появляются чувства к мужчине, я не могу просто так. Я ничего никогда не делаю просто так. Я не могу бесцельно, там, я не знаю, прогуливаться по улице. Я либо, блядь, бегаю, там, спортом занимаюсь, либо, блядь,
гуляю с друзьями, чтобы узнать, как у них дела, что-то рассказать, допустим, да. У меня в каждом моем действии есть какая-то цель. Я не хочу просто так тратить свое время, блядь, драгоценное. Время — это самое дорогое, что у меня есть, что не купить. Понимаете? Что не купишь, я хотела сказать. И поэтому... Господи, горло. Поэтому... На безрыбье и рак рыба, блядь. Я не хочу вот этой хуйни. Мне это не актуально. Мне нужно, ну, я хочу серьезно одного мужика. Мне нужен постоянный партнер. Я не хочу бегать к гинекологу, блядь, после каждой ебли проверяться. Презики тоже рвутся, девчонки. Это тоже не гарант. Чтобы мне там пизду разъебал какой-то долбоеб, потрахался с какой-то тёлкой, блядь, и приехал потом ко мне, вот это мне сердце будет разбивать. Ты чё? Я так люблю себя, что я хочу, чтобы я, такая драгоценная мадам, я хочу, чтобы у меня был только один мужчина, который будет очень гордиться тем, что ему досталась такая Афродита, блядь, неземная. Поэтому я хочу этого, я хочу гордиться своим мужчиной, что он мой, что это мой такой умный, красивый, добрый человечек, перспективный, который дарит мне красивые подарки, который делает мне приятно, который делает меня счастливой, блядь, и я его в ответ. То есть мне важны вот эти качества. Я за семейность, за стабильность, и поэтому это очень редкие качества, которые сейчас в нашем обществе можно обнаружить в мужчине. Когда, блядь, мои фотки даже с попкой, которые я считаю эстетикой, то есть я считаю, ну, блядь, у меня красивое тело, хули не показать-то, ёпта. Вот я показала, и мне там, блядь, мужики в Тиндере пишут: ой, блядь, ты там хуи пососать хочешь, там, за свободные отношения, это же видно, блядь, что ты там просто ебаться хочешь. Я говорю, где ты это увидел? По фотке. Я говорю, ты, сука, блядь, на пляже не видишь тёлок с голыми жопами? Вижу. Я говорю, хорошо. А что, говорит, мне нельзя тебе сказать, что я тебя выебать хочу? Я говорю, блядь, ну ты в ресторан приходишь, ты же не говоришь, я срать хочу, блядь. Ты говоришь, где у вас уборная? Я все прекрасно понимаю, что у мужчины изначально интерес этот физический, блядь, к тому же. Я это прекрасно понимаю, не обязательно об этом кричать и пугать, блядь, меня, что меня просто трахнуть хочешь, у меня желание, ну, даже не то, чтобы пугать, я надеюсь на персонажей, что, ну, вот я знакомлюсь, я думаю, блядь, ну, дай бог, что ты был заебись мужиком, я даю, ну, не всем шансы, но тем, кто мне хотя бы симпатичен, я даю шанс, может, человек себя проявит. Может, он что-то покажет, может, он будет каким-то особенным, почему нет? Вот. Не всем, конечно, там какому-нибудь бомжу, блядь, подзаборному, да, малолетке, ебливому, блядь, скейтеру, обосранному, Dead Inside, блядь, который думает о суициде каждый день, конечно, я не дам шанс, ибо схуяли, блядь. Вот. Но адекватному мужичку, может быть, там с лишним весом немножечко, да, хотя я люблю скини дядек, ну почему не дать шанс? Или там. Если он развивает какой-то бизнес, да, не сразу, чтобы у него бабки были, тоже даю шанс посмотреть, что будет, что сделает. То есть вот так. Все. Как мотивировать мужчину достижения? Он опустил руки, так как мать его гнобила не секасом. В смысле, не сексом она его гнобила, я не поняла. А это тут при чем? Ладно. Как мотивировать мужчину достижения, если он опустил руки? Так как мать его гнобила. Ну сколько лет назад она его гнобила? Он что, этот крест все, блядь, несет вот этот... Ну, девочки, вот вы сами вот этих сирот выбираете, блядь. Вот, понимаешь, женщина-спасатель об этом не думает, она спасает. Он от нее, конечно, уйдет, потому что, ну, все, у него жизнь наладится, блядь, надо бабу нормально найти, этот, блядь, знает все мои подводные камни. Как-то стыдно даже с ней жить такому мне уебану. Он там есть пизда, который думает, что у меня все заебись. Потом он все равно к тебе придет, у него опять будет пиздец жизни, он вернется. Но я хочу сказать, что никого не надо спасать. Просто мотивировать, это говорить такие фразы, как, например, ну, там он говорит, блядь, вот, там, мне не нравится работать официантом, я там хочу заниматься музыкой, танцами или блогерством. Да, или там я хочу быть вообще парикмахером или там стоматологом. Ты говоришь, ну иди, ради бога, учись, в чем проблема. Делай, что тебе нравится. Вот эта мотивация, просто делай, что тебе нравится. Я тебя поддерживаю. В этих словах вот эта суть. Я с тобой, все хорошо, делай, что нравится. Вы не должны влезать, блядь, никак в жизнь этого человека. И если он такой крест несет, что там мама гнобила, он это помнит, тут надо к психологу идти. Если там пиздец, то к психиатру уже, блядь, идти. Потому что, ну, это пиздец, он несет вот этот груз. Извините, у меня очень много говна было в жизни, о котором я не хочу рассказывать. Это очень личное, очень. И это знают только близкие мне люди, вот, приближенные ко мне. Поэтому
Ну, как бы, блядь, тут очень много проблем, я уже прям вижу в этом вопросе. То есть мама, блядь, тут проходит. То есть, ну, пиздец какой-то. Я не знаю, нахуй вы их лечите, блядь. Тем более, если ты об этом задумаешь, типа, как замотивировать. Спасательница, еще раз говорю, женщина, которая любит вот с такими мальчиками елозиться, вот это волтузиться, да, как с грудничками, к сиське прижать. Ну, пусть она его берет, она будет знать, что делать. Ну, хоть тебе вот это вот тащить, блядь, этот груз неподъемный. Пожелаю мне удачи и бабок. Желаю удачи и бабок. Как перестать накручивать себе всякие мысли? Ой, блядь, отвлекаться. Занять себя чем-то. Как забить на мальчика, который не делает первые шаги, но при этом я ему нравлюсь? Ну, если ты ему нравишься, на этом, ну, куда ты поедешь на том, что ты ему нравишься? Я тебя люблю, я тебе тоже могу так сказать, что? Я что, тебе писать начну, искать твой аккаунт? Нет, это просто слова. Нужно смотреть на действия мужчины, а не на слова. Мне тоже, блядь, я вам рассказывала, вон мужик обещал, говорит, все, говорит, Марти, летим, короче, за границу с тобой, потому, ну, я предлагаю. Я говорю, да, ну, давай, без проблем, чего нет. В ресторан пойдем, выбрала какой? Я говорю, да, выбрала. Ну, все, туда пойдем, все, решил. Все, нахуй, пропал. Со следующего дня нихуя, ни от этого, ни привета. О чем это говорит? О том, что пиздоболы, просто пиздоболы, люди, которые просто говорят, действий нет. Прислал бы, взял цветы, но занимается он там учебой, да, там он сдавал экзамены, занят, ну окей, что не пишет, ну возьми ты как-то там проявись, типа, если тебе женщина нравится, нет, потому что не нужна, потому что не заинтересована во мне, понимаете, поэтому ну нахуй пошел, что, вот и все. И, собственно, ты ничего не сделаешь, это такой человек, который вот, ну, нерешительный. Нужен тебе такой, забирай, жди от него действий, блядь, годами, месяцами, неделями, днями, жди. Жди, сама действуй. Это очень... Мне не подходит такой формат, я не хочу тащить. Я уже столько раз сама писала, звонила с мужчинами, что у меня к ним интерес потом пропадал. Просто-напросто. Я с этими мужчинами даже до отношений не доходила. Почему? А потому что я сама все делала. А что, и получается, я, блядь, не в отношениях. Что мне мужчина такого дает, что я сама, блядь, пишу, звоню? Я сама все делаю. Я так могу и с любым другим мужчиной списаться, все сделать. Поэтому мужчины тоже, если меня смотрят, обращение к вам, не заставляйте женщин становиться мужчинами, блядь. Не заставляйте женщин выполнять ваши задачи, чтобы вы потом не охуевали. А что они все такие реализованные, блядь, феминистками становятся, блядь. Это что, она мне не пишет, не звонит? А ты что, блядь, не пишешь, не звонишь? Ты что, падла? Тяжело написать? Это так убого, если мужчина написать, блядь, даже не может нахуй. Начать диалог, это уже о многом говорит. Его вот эта слабость, понимаете? Ну, долбоебы, нахуй такие нужны вообще. Пускай они в сратом бабам остаются, которым вот они нужны. У меня все, с кем я была в отношениях, даже вот с конченными, да, какими-то мудаками, то они все сами писали, звонили, проявлялись. Не было такого, что я, а где ты, почему ты мне не пишешь, не звонишь? Не было такого. Я один раз в жизни написала мужчине, этому одному тельцу переводчику, через 2 недели, типа, ты где вообще, ты не сдох там, блядь, потому что он был в зоне, короче, где, ну, война была, вот. Я спросила, типа, все у тебя вообще нормально, ты жив, здоров, что ты, типа, не пишешь? А до этого он мне месяц сам хуярил. Он мне такой, типа, мы должны остаться друзьями, и все, я заблокировала его. Ну, я ему сказала все, что я об этом долбоебе думаю, потому что нахуй было, блядь, говорить там за семью детей, за стабильные отношения. Тоже, понимаете, верила словам. Я ему говорю, надо смотреть на действия, а не на слова. На словах я ему, блядь, я вам сейчас всем нахуй тут залью в уши. Скажу, что я вас пиздец как люблю, блядь. Обожают, целую в попку, в писю, хуй сосут бесплатно. Ну, типа, и что, блядь, я что, побежала хуй вам сосать, любить вас? Нет. Понятно? На первую встречу не принес ничего, это что-то говорит? Только это первая встреча. Редко мужчины на первую встречу что-то приносят. Они на вас сначала смотрят, может, и страшно, может, и, блядь, в фейсапе все твои фотки. Они же в этом, ну, не разбираются, если прям альфа-самцы. Женечка, как остыть к бывшему, который оказался моим новым одноклассником?
Ну, когда-то у вас что-то совместно объединяло, теперь вы одноклассники. Тяжело будет забывать, когда человек на глазах на виду. Ну, смотря сколько прошло, сколько вот вы встречались, столько будешь его забывать. Понять, ну, что вы же расстались не просто так, что он тебя там обидел, или ты его бросила, и почему вспомнить, почему он тебя бросил, что он тебе обидное сказал, или что ты ему привела в пример, что тебе не нравится, почему ты от него ушла. Почему вы это не вспоминаете? Бежите сразу к бывшим. Начинаете вот это вот плюсы, плюсы, все плюсы человеку. Я погорячилась. Ну как это ты погорячилась? Ты, то есть, отрицаешь какие-то свои действия, решения? Это что, Зеленский? Смешно. Мне говорят, сложный характер, что не найду норм парня. Раньше не думала об этом, а сейчас... Ну, мало ли что, говорят, мне тоже, блядь, и меня на биологии учительница подняла при всем классе, и сказала просто так, и сказала, вот, мальчики, за каких девушек не нужно выходить замуж, брать жены, точнее, вот, не нужно их брать жены, таких, как я, типа, с характером, ну, целеустремленных, которые умеют строить здоровые отношения, блядь, которые не подавляют мужчину, которые хотят быть за мужчиной, замужем, да, то есть вот, ну, я хуёвая, оказывается. Мне было очень это неприятно, я не подала виду, я держалась, но я очень долго плакала дома. Просто люди много чего говорят, понимаешь? Характер у тебя, ну, это жесткий. А какой тебе надо быть, блядь, тряпкой половой, чтобы нахуй по тебе ездили, когда он тебе, блядь, покупают, блядь, эти гвоздики, а не розы твои любимые, блядь. И ты говоришь, ой, блядь, спасибо, я хоть это, блядь, хоть чем-то довольствуйся. Ну это что такое? Я не буду хоть чем-то, либо мне максимум то, что я хочу, либо, блядь, иди нахуй. Ну потому что либо как я хочу, за мной будут ухаживать, и ты будешь получать то, что ты тогда хочешь, либо, блядь, никак. Потому что, ну что это такое? Но это неправильно, я считаю. Давайте, вот он скажет, там, Жень, давай в стабильных отношениях находиться, да? Там, я тебя люблю, пиздец. А я ему там изменять буду, блядь, за гвоздики. Ну, это пиздец. Нужно и слово свое держать, и делать человека счастливым. Понимаете? И женщине, и мужчине нужно делать мужчину счастливым. И мужчине нужно делать женщину счастливым. Если вы, мальчики, если вы сделаете женщину счастливой, вы столько, блядь, реально плюсов возьмете от этого. Это пиздец. Есть, да, мрази неблагодарные, но опять же, у меня тоже много мужиков говноедов было, и что мне теперь, блядь, все мужики козлы, пидорасы, гондоны? Нет. Я все еще верю, что, ну, если есть я такая охуенная пиздатая, значит, где-то есть мой дядька. Правильно? Правильно? Обзор, так. Возможно ли серьезные отношения девушки 17, мужчине 24? Ну да, если оба этого хотят, хоть. Да хоть, блядь, в 15 у вас могут быть серьезные отношения. Тут вопрос просто в зрелости. И что вы вкладываете в это понятие серьезные отношения? Что это? Это трахаться вместе жить или это брак? Ну, как правильно считается традиционно, да, семья. И когда вы друг друга уважаете, понимаете, когда, понимаете, это есть очень вот великолепная фраза, как говорится, ты начинаешь любить человека, когда секс проходит, а без человека уже нельзя, невозможно вообще жить. Проходит, да, бывает такое. Ну, мужчина уже писька не стоит, уже начинаются проблемы со здоровьем, и женщины тоже. Понимаете? Вот, собственно, поэтому здесь важно просто, что вы вкладываете в эти понятия, как вы относитесь друг к другу. Так, что делать, если бесит, когда лучшая подруга общается с другими, не хочется с ней общаться? Ну, не общайся. Для тебя это важно, ограничивать человека, но это нездоровая хуйня, я сразу скажу. У Гасанова вот очень много друзей, что? У меня тоже много друзей. Ему, он тоже ревнует, ему не нравятся некоторые персонажи, я об этом знаю, но... Он меня никак не ограничивает, я его тоже. Ну, а в этом прикол вообще отношений, дружеских, любовных. Вот вы практикуйтесь на дружеских, блядь. Потому что ваш партнер, если вы хотите здоровые, стабильные, долгие отношения, должен стать для вас еще и другом. Лучшим другом. И давать человеку свободу значит доверять. А ты не доверяешь, ты думаешь, она уйдет, она тебя кинет, может, когда-то она это делала. Ну тогда вопрос, нахуй ты с ней дружишь? Это пиздец, нужно давать свободу человеку. В смысле, она что, должна все, теперь только с тобой общаться, только тебя звать гулять и все?
Ну, это бред полный. Тебе звонить каждый час, отчитываться, где она, с кем. И почему эта девочка в школе с ней села не потому, что она этого захотела, а потому, что учительница посадила. Ну, это пиздец, это клиника. Должна быть свобода. В свободе вы поймете, человек как к вам относится, искренне уважает он вас или нет. Уважает он ваши какие-то приоритеты или нет. Дарю парню иногда ништяки, и мне бы тоже хотелось что-то в ответ, но сказать об этом сложно, да? Ну, перестань дарить, пусть задастся вопросом, почему перестала, если не хочешь говорить. Парень смотрит сторис, не подписан, но не пишет. Просто любопытство, конечно, просто смотрит. Ну, они тоже парни, они вообще истории листают вот так. Они не смотрят их, как мы, о, нихуя, там у меня жопа. Ну да, если там будет жопа, сиськи, он остановит такой, классные сиськи, классная жопа. Все, не будет такого вау-эффекта. То есть, это все хуйня. Соцсети смотрят, не смотрят, вообще ни о чем не говорит. Вообще ни о чем. Действия, блядь. Что делать, если отец арбузер? Ну, пошел он нахуй, блядь, съезжай. Копи деньги, беги. Парень, так, будут ли у нас отношения в марте или позже, и действия его в ближайший месяц? Угу. Спасибо, дорогая, блядь. Приходи на личный расклад, плати деньги, я тебе все посмотрю. Как думаешь, рак и лев совместимы? Как избавиться от страха публики и осуждения? Как избавиться от страха публики и осуждения? Ну, люди всегда тебя будут осуждать. Ты всегда будешь кому-то нравиться, кому-то нет. Это естественно, это нормально. Ты должна просто это принять. Что касается пары рак и лев, смотря кто мужчина, кто женщина, тут тоже играет роль. Ой, блядь. Что касается... Рак и лев. Мне не нравится сочетание. Я считаю, не очень хорошее. Будут ли у нас отношения в марте или позже? Так, это вот я только что прочитала эту хуйню. Что делать, если бесит, когда лучшая подруга общается с другими, не хочется с ней? Тоже было. Как относишься к сексу без обязательств? Я к нему не отношусь. Я не хочу себя растрачивать, блядь. Я люблю, когда меня любят. Если меня не любят, я не хочу ни секса, ничего, блядь. И с вибратором без любви могу потрахаться. Мне замечательно. Сама себе все сделать. Только по любви. Я не хочу без любви. У меня принцип. Мой принцип. Я не буду без любви. Я спокойно могу... Мне не надо с кем-то ебаться, чтобы я получила оргазм. Женщина в этом плане вообще намного все интересней. Во время секса можно получать во время процесса удовольствия от мужчины, от того, что он просто с тобой входит там в тебя и так далее. А у мужчин, да, типа, ну, с тёлкой, конечно, пизжа, там тепло, прикольно, классно, потыкать в нее. Вот. Но мне важны чувства, я должна знать, что я нужна, что я самая лучшая. Просто так меня выебут и кончат, ну, блядь, нет. Я буду себя чувствовать шлюхой и так далее. Нет. Мне кажется, те, кто любит свободные отношения, они, ну, такие... И эскортом бы спокойно занимались, потому что это вот такое, как бы для меня это не, ну, нездоровая хуйня. И опять же, не примите мои слова, как вот, блядь... Хотя я сказала, как будто осуждаю, на самом деле нет, это выбор каждого, но за себя, вот, ну, опять же скажу, да, что это для меня ненормально. Хотя бывают такие периоды у девочек, но я не знаю, как девочка может до такого дойти вообще, что она хочет, чтобы ее трахали и, ну, как шкуру какую-то просто, блядь, кончали в нее там, как Саманта из «Секса в большом городе». Ну, не знаю. Просто практиковаться, ну, блядь, ну зачем? Просто практиковаться. Для чего? Мне, как женщине, важны чувства. И все. Я хочу, чтобы меня любили, еще раз. Как избавиться от чувства к лучшему другу? Вроде все уже проговорили, обсудили, но увы. Ну, переставай дружить, сказать, я не буду с тобой дружить. Он скажет, почему? Скажет, потому что у меня к тебе чувства. Я не хочу быть твоим другом. Я тебя люблю, все. И если человек говорит, нет, он тебя не любит, все, вы расстаетесь, перестаете общаться вообще. Почему? Потому что какая, о какой дружбе может идти речь, как я бы, блядь, любила Гасана или он меня? Ну, что за бред? Это не дружба, блядь, уже. Понимаете? Не жалеешь, что выбрала сферу деятельности и юриспруденция? Нет, но это очень сложно. Я не страдаю хуйней, как мои однокурсники, не хожу в офис, а я хочу в суд посмотреть, как что проходит. Женечка, где купить белую куртку, скажи, пожалуйста. Шоурум какой-то я покупала, напиши мне в инстаграме.
во время отношений ревела, а после расставания не проронила даже слезинки. Из-за чего так? Ну, потому что ты пыталась сохранить то, что и так было сломано. То есть ты пыталась принять то, что человек там не меняется, то, что он не работает над собой, то, что ты себя уничтожала, блядь, изнутри. Ты шла против каких-то своих принципов, идей. То есть, например, для тебя неприемлемо, может, тебя нахуй послали, может, он там нахуй послал, бил. Для тебя неприемлемо. Может, он тебя... Есть те, кто любит, когда их пиздят в отношениях. Есть люди, любящие вот эти вот абьюзивные отношения. Вот. Так же, как и свободные отношения. Ну, просто ты зажила, ты освободилась от какого-то этого клейма. Сама учишь и сдаешь сессию или списываешь и забываешь? Когда как? По настроению. У многих на этой так эти вопросы про политику достали. Парень изменил мне, встречается со своей учительницей, она его на 10 лет старше. Бывает, блядь, подруга. Очень нравится одногруппница. Она би, и у нее есть девушка. Как привлечь ее? Никак. Если, ну, человек, понимаешь, почему вот вы... Это по карме потом ебанет. Ну, вот, типа, когда вы собираетесь разбить семью, даже если вам пиздят, что там все, типа, нет чувств, ну, тогда почему люди еще не развелись? Бизнес, еще что-то. Это все хуйня. Это вот второстепенные моменты. Поверьте, там еще глубже намного проблемы. Там надежды живут на эти отношения. И не думайте, что с вами так же не поступит. То есть, если на тебя она поведется, или на вас поведется какой-то мужчина, который занят там в отношениях, с вами поступят точно так же. Почему вы думаете, что будет как-то иначе? Это очень странно. Или если мужчина уходит из семьи, бросает там детей своих, и вы думаете, ну и хуй с ним, он ее там не любил, у них были сложные отношения, моих, наших детей он будет любить. Нет, не будет. Человек не меняется. Если он говном и останется. Вот и все. Все просто, максимально. Что можно сказать о девочках-тельцах? Нормальные. Моя Варвара звезда. Нормально ли то, что у твоего парня могут быть подруги? Нет. Нет. Это бред. Либо он влюблен, либо она его любит, либо трахаются там как-нибудь. Ну, не бывает дружбы между парнем и девушкой. Не рассказывайте. Я в других видео объясняла, почему. Я даже не буду эту тему опять миллион раз поднимать. Не буду. Это бред. Просто бред. Если тёлка-лесбиянка, тоже подозрительно, потому что девочки любят третьего лишнего в свои лесбийские отношения приводить, как чтобы их мужик потрахал. Тоже подозрительно. И они очень, лесбияночки есть и очень женственные. Но тоже они могут спокойно увести, они в основном бишечки. Ну, вопрос еще, кого уведут, его или меня, но... Я считаю, что это бред так дружить. Ну, понятное дело, если там он дружит с женщиной, которая на 30 лет его старше, там старуха, блядь. Но она, да, возможно, все равно влюблена. Просто одно дело, когда это рабочие отношения, другое дело, когда это дружба. Ну, какая дружба с женщиной? Ты что, ебанутый? У нее пизда вагина, а у тебя, блядь, хуй. Ты хочешь сказать, что ты бы ей не воткнул? Каждый мужчина в вашей жизни представлял вас, ну, в плане друг ваш, если он не гей, мальчик, да, представлял, как вас ебут. Каждый. Абсолютно. Представлял, как было бы. Могли бы вы быть вместе. По пьяни это было, либо в начале знакомства. Когда вас увидел, подумал. То есть, ну, какие-то причины. Поэтому, ну, какие-то обстоятельства для того, чтобы подумать. Поэтому, блядь, не о чем говорить. Как любая тёлка также представляет своего дядьку. Друга, если он друг. Ну, это ёбнутая хуйня у детей. У взрослых, если она проявляется, это какие-то вот отклонения, надо решать их. Как перестать контролировать парня? От этого ничего не поменяется, он тебя больше скрывать будет. Это, ну, глупые поступки. Вы считаете, что если вы будете следить за человеком, то вы все будете знать, он еще больше будет от вас все скрывать. И вообще это нездоровая хуйня, и от тебя уйдет обязательно, потому что, еще раз говорю, для построения здоровых, счастливых отношений должна быть свобода. Если это, понимаете, вот был эксперимент, одна женщина, она вот своим детям давала, разрешала есть все, что они хотят делать, все, что они хотят играть, когда они хотят, хоть до утра, блядь, там, ну, в школу надо, ну, вставать идти, могли не идти. И просто эти дети охуели от жизни, они так обожрались мороженого и чипсы, что им просто не захотелось это делать.
А когда были ограничения, они тырили мороженое, много чего было, да, и чипсы, и играли втихаря, и скрывали много чего от мамы. То есть здесь прикол в том, что если вы не ограничиваете человека, то ему и прятать нечего, скрывать нечего, и нет желания что-то прятать. В этом прикол. Последний вопрос. Можно ли одолжить деньги парню? Даже 200 рублей? Нет, конечно. Настоящий мужчина должен сам решать свои вопросы. Это очень убого, очень низко просить у женщины денег. Но она тебе что, блядь, банкомат? Кто глава? Ты или я, блядь? Типа... Ну почему-то, знаете, когда у женщины нет денег, мы почему-то вот боимся как-то попросить. Нам как-то стыдно у мужчины просить денег. Они почему-то, блядь, не боятся. Мы же одна команда. Че, ебанутый, что ли? Ну, у вас надежда на мужчину, понимаете? Вы возлагаете, опять же, вот еще раз повторюсь, какие-то надежды, там, что мужчина будет брать ответственность. Ну, смотри, какие отношения вы преследуете, что для вас хорошо. Одно дело, когда вы там в семье, это уже не одалживание, а как общий бюджет, да, проходит. А другое дело, когда, ну, в браке официальном. А другое дело, когда это, ну, блядь, просто так просто деньги, ну, это пиздец убого. Иди попроси у мамы, у друзей займи. Почему у девушки? Зачем? Потому что девушка рядом всегда. И ты ей потом скажешь, да я в тебя столько вложил, что это еще и ты мне должна. Это бомжи, нищеброды. Вот и все. Все, всех люблю, всем пока.